Второй день выставки CPM. Обстановка рабочая. Посетителей достаточно много. Меховые компании в основном представляют Экомех. Натурального меха очень-очень немножко есть. В основном настрой рабочий. Большое количество турецких стендов. Если раньше стенды занимали в Турции там, два павильона, четвертых, то сейчас турецкие компании уже представлены и во втором павильоне. Ассортимент в основном летний представлен. Вот наши пятигорчане, горячие. А мне нравится. Привет, Пятигорский. Привет, привет. И в третьем павильоне, в третьем зале второго павильона, довольно большой раздел китайских производителей. От выставки к выставке он все увеличивается. Пуховики, куртки. Спасибо.
И вот здесь у нас стенды китайские. Удивительное дело, когда еще 10 лет назад, когда выставки были международные, все стенды итальянцев, французов, немцев пытались закрыться от китайцев. А сейчас ситуация совершенно обратная. Все китайские стенды закрыты. Пускают очень осторожно людей. Проверяют, перепроверяют. В основном стенды закрыты. Копенхаген. Но стендов больше китайских, чем в прошлом году, чем на прошлой выставке. Тоже в основном пуховики привезли. Фэшн-зона расширенная, большое количество аксессуаров в этом сезоне представлено. Ну и вот уже пошли турецкие стенды. Спасибо.